Жители станицы Голубицкой Темрюкского района наблюдали шокирующую картину. Над морем летал парашют. Вот только вместо парашютиста был осел. По словам очевидцев, предприниматели, которые занимаются прокатом парашютов, таким способом решили развлечься, а заодно и привлечь клиентуру. На протяжении получаса животное парило в воздухе, а спускали осла на землю и вовсе зверским способом. Несколько метров животное протащили по воде, а после в полуобморочном состоянии вытащили на берег и отпустили. После такой рекламной акции желающих полетать с парашютом не прибавилось. А вот предпринимателей теперь ждет милицейская проверка и, возможно, уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Откуда взялся осел на пляже, никому не известно.